что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода 23 серии турецкого сериала «Дочь посла» и вспомним об анонсе прошлой серии. 23 серия выйдет на экраны Турции 12 октября, а в русской озвучке сможете просмотреть через 1-2 дня. А вы не забывайте подписаться и написать комментарий. Ранее в сериале «Дочь посла» мы увидели, как Санджар долгое время размышлял над своей жизнью. И сейчас он хочет серьезно поговорить с Наре. Санджар больше жизни любит свою дочь и не сможет без нее. Но и без Наре он также не представляет своего существования. Он готов отдать права на опекунство Наре и хочет, чтобы они вместе взяли за руку свою дочь и уехали отсюда. Наре готова ко всему, и она будет делать так, как решит суд. Девушка предупредила Санджара, что он сможет делать все, что хочет, и теперь она не будет на него злиться, как это было раньше. Когда состоялось судебное заседание, то Санджар сказал такие вещи, которые привели в ярость Гедиза. Он набросился на него с кулаками прямо во время судебного процесса. Гедиз готов отказаться от всего, что у него есть. Ведь рядом с ним Наре, и этого ему достаточно. Санджар узнал о том, как подло его обманула жена. Он женился на этой женщине только из-за ее беременности. Но, как выяснилось, Меникше не было в положении. Санджар встречается с Наре и говорит ей о том, что он собирался развестись и даже уже подготовился необходимые для этого документы. Теперь они смогут быть вместе с Наре и начнут выстраивать свое семейное счастье. Наре хочет лишь одного – забрать свою дочь и уехать как можно дальше от всех. Нравится сериал? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. А мы напоминаем, что 23 серия выйдет на экраны уже 12 октября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.